Добрый день, мы находимся на ТВ «Шанс Таланте». Я Венера Шабатаева и хочу вам представить нашу гостью. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лариса. Очень приятно. Лариса, вы, насколько я знаю, сегодня к нам пришли в гости, да? Да, я как гость, порадовать людей. Вот, и, собственно, как бы, как образец для подражания. Для... Образец очень-очень интересный. Насколько я знаю, вы еще хотите сегодня детям помочь с образом. С образом, да, я уже помогла, и помогла именно обучить дефиле. Ну, в принципе, как бы здесь ничего такого сложного нет, показала элементы, да, позирования именно по залу, потому что будет три выхода, они будут демонстрировать свою одежду, скажем так, тоже сшитые. Ну, к сожалению, пока что не мной, вот, но, в принципе, как бы вот... Думаю, в ближайшем времени вы уже к нам придете с собственной коллекцией. Когда приблизительно это произойдет? Я думаю, что в скором времени. Ну, как бы приблизительно, может быть, летом. Замечательно. Значит, мы будем вас ждать. Я вам желаю удачи, новых-новых интересных нарядов. А сегодня просто получаем вместе удовольствие от номеров детей. Все, спасибо вам. И вам спасибо. Все. Всего доброго.